31 декабря, начало 11-го, на камере отчетливо видно двоих людей – женщину и мужчину. С собой на прогулку они прихватили топор. Как позже выяснится, инструмент им нужен для дела. За пару часов до боя курантов эти двое, видимо, все же решили нарядить дома елочку. А чтобы не тратить денег, просто ее срубили. Они шли с подготовленной, с топором, пряча ее за спину, как какие-то воришки, только благодаря тому, что есть камеры видеонаблюдения. Потому что я думаю, что те люди, кто срубил эту елочку, они даже не подозревали, что есть видеонаблюдение, которое прослеживается от начала до конца. То есть мы видели, откуда они шли и куда они с елочкой, с топором ушли. 17 елей здесь высадили осенью 2019 года. Аварийные тополя убрали по инициативе местной ветеранской организации. В посадке молодых саженцев участвовал и Алексей Лупарев, участник Великой Отечественной войны. Одну из этих деревьев и срубили злоумышленники. Очень хочется надеяться, что это все-таки не наши жители именно Ложков, может быть, кто-то приезжий, потому что мы все знаем, что такое аллея, мы все гордимся ею, мы все гордимся этим монументом славы, где проводятся все мероприятия патриотической направленности к 9 мая и 22 июня. Местный житель первым заметил, что на Аллее Славы срубили елочку. Он и сообщил об этом неприятном факте руководству Дома культуры. Заявление в полицию написано. Неравнодушные надеются, что те, кто срубил ель, все же понесут наказание.